С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ООН зарегистрировала свыше 9 тысяч убитых и около 16 тысяч раненых среди гражданского населения. Но фактические цифры, скорее всего, значительно выше. Об этом говорилось на заседании Совбеза ООН, собравшегося по требованию России. The vast majority of civilian casualties are a result of the use of explosive weapons with wide area effects. The missile attack in central Kramatorsk on 27th of June, which killed 12 people, is a case in point. The Secretary General has unequivocally urged all sides to avoid the use of explosive weapons in populated areas, as such use is highly likely to result in indiscriminate harm. Москва отвергает обвинения в ударах по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Угрозы, порождаемые поставками западного вооружения на Украину, продолжают нарастать и множиться на фоне непрекращающихся попыток наших бывших партнеров в очередной раз переложить на Россию всю ответственность за происходящее на Украине. В Краматорске после российского ракетного удара объявлен трехдневный траур. В Украине, по данным местных властей, за последние сутки погибли 8 гражданских лиц. Еще 9 человек получили ранения.